Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный рассветный заряд вашего экрана. Это значит, что мы продолжаем. О, как залагало-то, а? Так, о чем мы, собственно, продолжаем? Налаживать связь, я так подозреваю. Блять, какое лагалище, а? Ну ничего, товарищи, это временное явление, ща прорыгается. О. Нео. Ну я просто в ОФК был несколько часов, поэтому можно считать, что это почти нормально. Так, вот только где это злоебучее оружие я должен искать? Блять, да что ж так лагает-то? Так. О! Оказывается, я так тоже могу. Да ну нахуй. Жалко, диван здесь не могу разодрать. А, я здесь могу, оказывается, пристроиться рядом. Ну хоть я эти чесать не начал, на том спасибо. Так, ладно, хорош разлеживаться, нахуй. Видишь? Задница пушистая. О, лагать, кстати, перестала. Ну так, есть немножечко, но это, в принципе, излечимо и терпимо. Так, меняльщик, говоришь? Я то в химках видал. Дрянными членами торгует. О, а ты кто такое? Ну не умеешь, так и не умеешь. Я найду, куда их оттарасить. Блин, ты чё ж так подлагивает-то, а? Слушай, же серых все норм было, видимо. А я тебе еще раз дверь обдеру. Скотина ненужная. Я тебе еще и горшки свалю. Гандон ты штопанный. Не пускает меня к себе, блин. Оп. 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 Кто мне скажет, на кой ляд я наверх лезу, а? Блять. Вот. Епс. О. Вот я сволочь, а. О, дверь открыл, да ладно, блядь. Электронные рожи. Та-ра-ра-там. Шалость удалась, шалость удалась. Хотел сказать, сосите жопу кожаные ублюдки, но посмотрим, что кожаных-то тут и не водится. Ну да понял, да, мужик? Здорово. Скотина не нужна. Так. Спиздить моющее, это само собой. Тут надо... Тут одно из трех.
Спиздить, ободрать, обоссать. Ну, возможно, сожрать. Блять, как громко. Ну, естественно, я буду ронять все. Так, но самое главное, я спер моющее. Не знаю, правда, на кое оно мне ляд, но я спер. Умно схватил, не вышло. Так. Так, а есть тут что-нибудь вроде подсобки, служебного хода и так далее? Угу. Хер на массу. Придурок. Это я еще не сделал дубль. Так. Так, меняльщик все-таки в той стороне. Где-то я просохатил дядьку. Так, не знаю, правда, на кулят он ищет это. Так, меняльщик. Чух. Ой, блядь. Ну, валяй. Пошли рожи-то электронные. Мониторные рожи. Ладно, поскакали. Оп! Так, ладно, пошел в жопу. Я пока подумал, где эта сраная комната. 16-часовые часы? Вы чё там курили, а? Не. Ну, с другой стороны, придумать игру с котом в главной роли. Так, а ну-ка. Ага, где, я так понимаю, где-то за картиной висит ключ. Ну-ка, а эту? Хоба, бинго! Так, а кода-то я не знаю, ёмана. Так. Может, ты знаешь, говнюк? Херово дело. Ладно, будем дальше искать, как циркащи двушку. Так. Яга там под березой дрищет, а царь Кощей там двушку ищет. Так. Опа. Вот эту надо свалить. О, а вот и бомбер. Время покажет, ага. Значит, часы. Так, 2, 5, 1. 25, 12 вроде, или 25, 11. Я хер пойму отсюда. 11. 25-11 должен подходить, если я правильно все понял. О, сработало. О, смотри-ка, целая лаба, ёпанастос, а. Ёпаный ты экибастус. Реагируют на интенсивный свет. Ага, то есть этих скотомудилищ надо высвечивать фонарем.
Блять, а это прогресс. Так, вот эту коробку вроде как можно свалить. Световой пистолет. 20 зурков в секунду. Зурки это... Как так тебе объяснить? Вот эта вот тварь, которая сидит в колбе, мутировавшая бактерия, которая жрет все. Блять, они еще и металл жрут. Они жрут все, вообще были созданы для утилизации мусора. Но на деле... Как говорится, хуй там мэр рассекал, получилось так, что... Епс! Так, на полку я туда забраться не могу. Ну, что ты мне скажешь? Так, программист. Я там видел на указателях. Пошли, блядь, рожа мониторная. Сова, открывай, медведь ушел. Кто-нибудь в трущобах тебе точно поможет. Чучух, 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 чучух. Так. Программист Эллиот. Так, значит мне вот на эту лестницу. Так, вот это как, где этот шизоид обитает? Я вам таки в душе не грею, господа. Ёпс. Два литра масла в день. Опа. Точно, я же кот, я пролезу через заборчик. Хуя умное животное, а? О, банка. Вторая, между прочим. Блять, шипы, шипы. Это называется, хуй пролезешь. Так, а ты кто? Рози. Так, ага. Чё-то полезное. Так, вот только где этот придурок обитает, я так и не пойму. Ну, fucking animals. Я чё-то понял, а чё так медленно? Ёбаный кибастус. Так, и чё мне теперь тут делать? Ага, я так понимаю, надо попробовать запрыгнуть вон туда, наверх. Так, ну вот наверх мне тяжело запрыгнуть. Я же кот все-таки. Мяу, сука. Так. Так. О, еще в автомат. Опаньки. Rip humans. She's screaming, kill the humans. The damage goes too deep. Kill the humans. Kill them quick, cause I can't breathe. Кстати, вообще, офигенная песня. Заставляет задуматься о проблемах экологии и всего остального. Что как бы мы сами срём там, где живем. Как говорится, сам понимаешь, это большая-большая проблема. О, точно. А-а-а. Хера, значит так. Указатор. Так, или вот живет в том краю, о, а это что за шкура?
Барр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 рrr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 
Ёбнусь-то я завсегда. Слева отсюда. Так. Где-то здесь. Так, вот этот вроде. Так, красный. Так, вот этот вот красный указатель. Да ты что, совсем охренел? Опа. Пошел в сраку. Ну, может, ты обратишь на меня внимание, придурок? Так, надо спереть ноты. А, ну спит. Ёпс. Это нахер я сюда... О, бухлишка. Так, так. Жалко, что здесь нечего съесть или обоссать. Да-да-да-дам! Сука, это второе пианино за всю игру, но мне уже... Тень дружать, как сумасшедшего. Ба, ты лбэп. Здорово! Так. Вопрос только в том, где я тебя должен одеяло высрать, бедолага. Взял дверь и задрал. Вот же сычка, а. Тэц. Извини, чувак, но у тебя один хер без мазы. Так. Опа. Растений. Растений Маркович. Ну и кавер, естественно, подрать. Куда ж без этого? Так, вот где должен спиздить одеяло? Вот в чем таск. А что если откопать меняльщика? Ой, улыбнуться хотел, не вышло. Электрический кабель. Ага, так уже понятнее. Теперь надо понять, где высрать этот ваш электрический кабель.
О, здорово. Так, а вот теперь понять бы, где меняльщик находится. Так, туда, значит. Тут замок. Так, это бар. А дай-ка на второй этаж заберусь. Вдруг-таки, да. Так. Снять воспоминания для робота. Драть мебель, как это мило. Почему я не кот? Жрать, срать, драть кошек и драть мебель. Прикольно чё. Жалко, бутылки не бьются. О, еще нота. Здорово. Так. Оп, оп. Надо все загнать. Так. Ух, нихера себе, я пульнул. Удар. Тыц. Блять, не получилось. Так, так. Давай, давай, падай, падла. Сука, нах. Это примерно понял мне, как я первый раз в баре в американку играл. Это же американка, верно? Ну, судя по открытым лузам, американка. Опа. Ван Дорн. Бля, бедный Стофель. Я его кучу раз помянул уже за... Оп. И этот уронили. Так. Бум. Все. Наконец-то. Я это сделал. Так, Серый, давайте думать, где этот сраный меняльщик обитает. У него наверняка есть то, что я ищу. А именно лепездричный кабель. Так. Так, а это, наверное, туда. Так, где это говнорыло обитает, я понять никак не могу. Так, это мячик, который я когда-то сюда скинул. О, наверное, он и есть. Так, а сколько у меня банок? Раз банка, два банка. Так, дай-ка я отнесу ноту музыканту по приколу. Так, надо где-то еще найти автомат с энергетиками. Так, этот уже отключился, и этот, собственно, тоже. Оу, привет! Thank you.
Блять, а это миленько, знаешь ли. Наверное, на этой ноте мы и прервемся. Как говорится, спасибо всем, кто присутствовал. С меня, как обычно, качественный контент. С вас, как обычно, Лойс, Пиписька и Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.